Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусные рецепты от Натальи». Сегодня у меня не кулинарное видео. Сегодня у меня видео о том, как в Греции делают гранатовый сок. О пользе гранатового сока знают все. Это один из самых ценных и полезных натуральных соков. Он очень хорошо повышает сопротивляемость организма болезням и повышает иммунитет. В нем очень много витамина А, В, ПП, Е. Гранатовый сок полезен при анемии, так как он очень хорошо поднимает гемоглобин. Существуют и противопоказания для использования гранатового сока. Об этом очень много можно прочитать в интернете. А как его делают, пожалуйста, посмотрите в этом видео. Пол-литра такого свежевыжатого гранатового сока стоит 3 евро. Ecco il settima. Forti! Allora io sto per una cosa. Asvalo Capacchi, qui sei? A Mullaro. Qui sei? A Fedico? Chi la vuoi dire? Ora che viene da Triastiti, alla Dio. E c'era anche il coso con lui. Hanno mica tosse per lui. Ma è ne con lui. Sarà pazzo. Sarà pazzo che fa. E poi ho dato con la monosmo. Πρώτη φορά όταν το βάλα, είχε το γλυκό. Τα γλυκά. Είχε σαν νερό. Είδαμε ένα από όλο. Όλο. Περίμενε, το γλυκό. Α, ρίξω κι άλλες πάνω. Τέτοιο, μετά από μια ώρα... Ναι, δεν είναι για... Δεν είναι για όλο. Γιατί για μας που είμαστε πιο αδύνατοι. Έχω δει το κοιμάσιο παιδί που ήταν υπέροχο με το μαζί μου. Αυτός πήρε και δύο, εδώ. Δεν είπατε τίποτα.